Yo guys, it's your boy TK. Это в гостях у TK, ребята. Подпиши на меня, естественно, мы только что начали. Сегодня у нас реакция, музыка. Интересный. Поехали. Maybe, baby, maybe, baby. Barbie is true shop. What the fuck is true shop? Ну, в комментариях пишите, пожалуйста, true shop. Barbie is true shop. Может быть, из песни я узнаю. Okay, guys, let's go. Maybe, baby, Barbie is true shop. It's true shop. Okay. Давай погромче чуть-чуть. Если это фильм Барби, и, короче, она так делает, ну окей, сейчас Барби в хайпе, поэтому этот, я еще не смотрю фильм Барби. Кто посмотрел, пишите в комментариях, как там, вы предлагаете посмотреть или нет, пожалуйста. Ну, потому что, ну, Барби, все смотрят, надо тоже посмотреть. Миллионерша из трущоб. Эй! 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 Назад! 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 What the fuck? Окей. Эй! Назад! Назад! Шот! Не адит! Окей. Окей. То есть гардероб, то есть большая, да? Типа длинная, много одежды, да? Так понимаешь. Денежная подушка, крепкий сон. Holy shit! То есть, ну, подушка как деньги, поэтому у нее крепкий сон. Ха, бас, бас, бас. Бас! Okay. Крепкий сон, все мои строки, первый сон. Эй. Из своих платиновых дисков могу построить целый дом. Я не в клубе, когда мы в клубе. Тут клубы дыма горяча, настолько они думают, я супер-хиро, maybe. Залезаю бима, ладно, Катрина! А, кручусь как Катрина, Барби. Но Катрина это балет Москва, ну, в России Катрина есть, не, может быть, я ошибаюсь. Но бит прикольно, блин. Эй! Окей. Трущоб. Типа, this is the boy. Ну, русский, как ты понимаешь, ваш акцент на английском. Бейзу де, бейзу де, зизу де. Самолет, забагу, твоя испания, Барби, струшок. Okay, let's go. Бей ту зе бей, ту зе бит. Бейби за бит, квин бэк ту зе бит. Если ты мне дашь деньги за бит, у тебя закончатся деньги на жизнь. Эй. Бэби, ты уже не то, что прежде. Факты, тогда я не была миллионершей. Складываю раймы из деталек мозаик. Детка, я прозаик, что пишет песни про зайк. Прозаик? Я родила флексом, я Биби Рекса. Спичбэк, складу диплак Рексы. Мэйк сам, okay. Из твоей фишки и крэпс. Моя Тима Банда, как Тимати с Алексой. Эй, моя Тима... Эй. Там Тимати, Тимати. Спичбэк, складу диплак Рексы. Мэйк сам, из твоей фишки и крэпс. Моя Тима Банда, как Тимати и Алексей. Тимати си Алексей. Тимати си Алекс. Типа Алиса? Я не понимаю. Ребята, пишите в комментариях, пожалуйста. Тимати с Алексей. Да, вылетает Дженни. Дженни? Малышка моя, липси карамель. Карамель? Рядом мой, пора забыть о своем фейле. Ты фейле? Лишилась славы, но ты не карамель. Ааа, окей, окей.
Oh my God. How she my baby. Мне нравится бит. Бит кайфовый, читает, тоже интересный, блин. Мне нравится, ребята. Тентен, Барби. Но я не удивлен, потому что Мэйби Бэйби читает. Типа, если мы считаем, типа, топовые женщины в России, которые не женщины, ну, female rappers, не знаю, девушки, которые читают в России, но я выберу Мэйби Бэйби. Раньше я выбрал эту сценку, потому что она читала рэп, сейчас она попсу читает. Я Мэйби Бэйби беру, короче. Мне нравятся песни Барби из трущоб, ребята, я не понял, знаешь, что такое трущоб? Я не хочу найти сейчас перевод, что такое трущоб, я хочу, чтобы вы мне помогли. Я так учусь русский язык. Вот. Как вы думаете про песни? В комментариях пишите ваше мнение. Также не забудь подписать на меня в Косяк ТК и Инстаграм. И если вы хотите, ну, у тебя вопрос или какой-то реакция, вы хотите тоже в комментариях или пишите мне в Инстаграме. До новой встречи. Let's go!